Замечательная дата у телеканала «Союз». 12 лет работы в эфире. А поразительно, но впечатление такое, что канал «Союз» работает гораздо дольше. Ну, очевидно, много сделано, и поэтому такое создается впечатление. Но на самом деле для православного люда это великая отдушина ваши передачи, ваши рассказы о жизни церкви, причем не какие-то сторонние разговоры о церкви, а просто показана жизнь церкви, о том, как люди приходят к ней, о том, как они стараются для того, чтобы ее укрепить, и как они живут в лоне церкви, как укрепляются духовно. Это поразительные такие открытия ежедневные мы получаем через ваш канал. Хочу пожелать вам успехов, дальнейших побед и помощи Божией на вашем пути.